Каждому учителю миниатюрный букет, поздравления и добрые пожелания. Центр культуры «Современник» основательно подготовился к главному празднику октября. Гостей здесь встречали с микрофоном и камерой. Педагоги делились историями пути в профессию, рассказывали о своем отношении к одной из самых созидательных специальностей. Что бы вы могли посоветовать ученикам нашей школы? Вообще, есть ли рецепт успеха отличной учебы? Есть, наверное, но... Выбрать то, что тебе очень нравится и то, что по душе. Участников мероприятия наградили знаками «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», грамотами и благодарностями Министерства просвещения, Брянской областной думы, Клинцовской городской администрации. Заслуженные награды получили как выдающиеся педагоги, так и целые трудовые коллективы. Я желаю каждому из вас, работающему в системе образования, крепкого-крепкого здоровья, добрых и понимающих родителей, благодарных и хороших учеников, и грамотного и мудрого руководства. С праздником вас, дорогие друзья! В завершении вечера состоялся концерт ансамбля русской песни «Бабкины внуки». Светлана Дробкова, Евгений Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События «Клинцы».